Всем привет, мои дорогие! С вами Таурус и Алексей Смирнов. Всем привет! Иногда они возвращаются, друзья. Это действительно так. И ты уже куда-то... А, господи, я думал, что ты пробежал, я даже не заметил, как это произошло. Прошло, наверное, да чуть ли не половина года. Ну, чуть меньше, да. Можно сказать. Четыре, ну, максимум 4 месяца, я думаю. Я уже действительно был уверен, что Дюк мы так и не закончим. Что, в общем-то, очень неприкольно, потому что игра нравилась нам, игра нравилась вам. Но все-таки настал тот момент, когда мы можем с чистой совестью продолжить крушить инопланетные задницы, спасать наших чик. Вот. Мы уже высадились с корабля. Подожди, это какой-то типа челнок. Где мы находимся вообще? Знаешь, вот тут проблема. Я второй эпизод, я не понимаю вообще, где мы бродим. Сперва мы бродили, вроде бы как должны были бродить на корабле пришельцев. Потом из чего-то там... оказались на базе Луны, а потом еще куда-то попали. То ли на свой захваченный собственный корабль, что ли, пришельцами. И там должны убивать монстров. То есть я не пойму, зачем такой крюк делаем? Это просто... Ну, нафига вот... наши чики. Может, просто надо главное всех убить? Какая еще может быть задача? Типа зачистка такая, да? Зачистка, конечно. Так, это у нас вообще второй эпизод и четвертый или пятый уровень? Четвертый уровень, да, да. Называется он Lunar... Подожди, Lunar Apocalypse называется эпизод, а это да. Fusion Station. Вот такие вот пироги. Ну что, будем выдвигаться. Вот этот самый рычаг, который приведет в жизнь продолжение нашего прохождения. А нам вот эта вот тварь показала свою задницу, да? Серьезно? Да. Сволочь! Так, какое ладно. Неуважение. Ну и, соответственно, с сейвами какая-то фигня. Все-таки они сохранились и у меня сохранились, и у Леши сохранились. Но я смотрю, в своих сейвах там нету его. Поэтому приходится начинать... Слушайте, это что такое висит? Может, это выстрел? Это, наверное, лампочка. Это просто лампочка. А, инопланетная лампочка. Слушай, да. Надо будет взять образец там, технологии на Землю. Вот этот просит ее убить. Мы ее убьем с прыжка. Боже мой, это ж наша чика, ну что ты делаешь, Дюк? Она уже все испорченная чика, все. Продажная. Так, ну давай, поехали. Снова мозги на самом деле уже так отвыкли. Оружие взял, это шутка. Дробовичок, конечно, конечно. Здесь у нас, во-первых, вот эти вот ребята. Настройки все те же самые, уровень сложности тот же самый. Слушай, я предпочел бы их сразу убить. Вот эти турели, потом они нам могут... помешать чем-то конкретно. Так, еще какая-то тварь меня гасит. Мне показалось, или тебя убили? Нет, еще. Я пока еще только истошно ору. Ты пропустил просто какого-то свинюшку. Не знаю. Вообще тебя здесь нет, ты куда делся? Я в начало вернулся. Зачем? Я попытаюсь снять. Да что ж я такое мажу постоянно-то? Вот что значит давно в Дюка не играть. Я пытаюсь снять... Нет, это, по-моему, бесполезно издали стрелять из дробовика, из этого... из пистолета по ним. Я тебя только что видел. Слушай, какие-то да. Прикольные моменты. Ты будешь брать или нет? Кого? Стероиды? Да бери. Вот этот, это же атомный заряд. Как это называется? Уже сам... Я их стероиды называл всегда. Стероиды это ты жрешь и бегаешь. Это у тебя так... от тебя такие... как-то, я не знаю, полосы, что ли, остаются. Ну, я помню. Бери, короче, ты знаешь меня, я умираю всегда. Это абсолютно нормальное явление. Ну, в принципе, в мультиплеере умирать — это в порядке вещей, потому что... Потому что можно ожить. Во-первых, можно ожить, да, с другой стороны, тут не действует такое правило, в принципе, в Думе не действует, по-моему, и не действует и тут. То есть тут правило, единожды подобрав оружие, тебе больше за него патронов не дает. То есть, когда один раз подобрал, все, патронов дали. Если тебе выпадет еще точно, ну, найдешь еще одно такое же оружие в следующем этапе, за него патронов тебе да, не дадут. Да, да, печально. На самом деле, у меня уже с патронами проблемы. Сейчас можно РПГ использовать. Так, ты будешь лупить. Давай-ка я тогда буду... Тихо. Прикрывать буду тебя так. Я сам себя прикрыл. Все. Ты меня, кстати, не смог прикрыть, хоть ты стоял передо мной, но у тебя это не очень получилось. Ты, наверное, выстрелил мне попал в спину, да? Скорее всего. Тогда ты виноват. Все. Я теперь. Я говорю, я только у меня предположение только такое. А, я на самом деле кое-что забыл сделать. Сейчас к тебе вернусь. Здесь же был дробовичок у нас, я совсем про него забыл.
Просто без него как-то вообще туго, на самом-то деле. Знаешь, вот иду я, слышу, cool, come get some. А, это я. Думаю, откуда звуки доносятся. Конечно. Очень эмоциональный дюк. Все-таки не доделали. Ну, я даже не знаю, в чем это вина все-таки. Так, а ты кого-то раздавил... А, это меня раздавили теперь кого-то. Что? Раздавили этого пулеметчика. Ну, все хорошо, да? Главное. Да, ящера раздавили. Так, ладно, ты уже дальше продвинулся. Я потихонечку, пока из РПГ всех у пулеметчиков убрал. А, вот все, я и вижу, в принципе. Пулеметчики-то вот эти динозавры. А вот теперь меня убили. Причем сняли 83 хп сразу. А у тебя джетпака не было случайно? Нет. На спине у тебя висит. Да джетпак, он всегда будет висеть. Его, даже когда ты с пистолетом бегаешь, висит ружье. Показывается спрайт ружья постоянно. Слушай, здесь, короче, дверь, она не открывается. Ох уж эти технологии инопланетные. А я ботинки, интересно, взял или нет? Потому что если я их взял и помер, то это очень-очень плохо. Скажи, надо вот сюда, да, идти сейчас? Попробуем. Давай. Я успел, кажется. Я успел, у меня все хорошо. Там эта кнопочку, ты в нее должен выстрелить. Я на самом деле в канализацию попал. Ты не в канализацию, ты, наверное, попал в что-то типа генераторного отсека, наверное. Да. А как метать, что там такая дырочка? Я думаю, я в крысу мог превратить. Ну, вернее, уменьшенную версию дюка. Не-не-не-не, там я говорю, там кнопочку ищи, ты, по идее, должен из пистолета выстрелить. Кнопочка. Повертись там. Поищи. Нету ничего. Не вижу. Серьезно, просто не вижу. Какие-то звуки я слышу. Ну это я щелку смотрю на монитор, что. Я думаю, что нужно как забрался, может так отсюда и выходить. Да, выходи, давай оттуда, я тогда сам полазю, поищу там что-нибудь. Давай, я на самом деле что там думал, продолжение уровня будет, оказывается нет. Так, вижу очки. Значит... Мы еще не на том бонусном уровне не были, да, во втором эпизоде? Во втором нет, а он будет, по-моему, то ли в пятом, то ли... Так, я вижу пулемет, это уже хорошо, кстати. Ты опять по этим отсекам путешествуешь? Да. Мне просто интересно, как эту дверь открыть. Так, надо, значит, в одну из четырех зайти и посмотреть просто. Так, ботинок я... Я просто думаю, что если я сейчас туда полезу, я могу умереть. Так, я уже помер, значит. Да я слышал. Я прекрасно все слышал. Хорошо, хоть оружие это не пропадает. Все-таки как это относить, к плюсу либо к минусу? Да, наверное, к плюсу. Ну представь, с пистолета у тебя просто патронов не хватит, в конце концов. А вот постоянно лифт поднимать мне не нравится. А кому нравится? Так, ладно, попробовать надо бы как-нибудь сообразить. Короче, там какая-то кнопка должна открыть эту дверь, да? Да, там должна быть и кнопочка, ты по ней стреляешь. Ой, ух уж местные архитекторы. Вот она, четвертая, все, нашел я где. Ну, в последнем вообще? Отлично, ладно, давай, я жду. Ох уж местные архитекторы. А я тут и был, кстати. Да, и ты не нажал и не выстрелил? Нет. Ну ты хоть предупреди. Ох, ребята! Вот так вот, ложитесь отдыхать. Вам пригодится. Тебя ждать? Да, все. Давай, просто тут лифт уезжает. Я всегда, когда в подъезд свой захожу, стараюсь подождать кого-нибудь. Это невежливо. Так, кто-то мешает. Нет. Куда смотреть? Сейчас кто-то появится. Давай. Ты куда-нибудь смотри. Вот тут хреново, кстати, будет. Ну, не знаю. Шотганы, кстати, достаточно неплохо и на расстоянии валят, если вот точно так. Так, смотри, можно тут убиться? Ну, убиться тебя тут, по-моему, ничего раздавить не может. Ай-яй-яй-яй. Ну, все равно стрёмно немножко, скажу тебе. Посмотри, какие тут вентили. Мне кажется, можно. Кстати, всё-таки. Внизу тоже еще кнопки там должны быть, чтобы открыть следующую дверь. Ну, хорошо. В общем, погоди, что-то тут я вообще... А, вот все правильно. Я просто забыл уже, как нырять. Здесь... А, бомбочки я нашёл. Кнопки, говоришь? Вот, одну я нашел. Я нашел вторую. Которая, по-моему, не нажимается. Все, нажимается, только мне воздуха не хватает. О, господи, как ты меня перепугал, ящер. Как вас много ящеров, слушай. Те. Господа.
тебе все в порядке? Ну да. Я тут еще одного братана вижу. И братан не рад меня видеть. Как так, а? О, все, пошли, мы отсюда пришли, да? Ну нет, это мы только что открыли. Значит, идем? Так, мы пришли вот отсюда, от этого лифта. Я вот думаю, стоит ли спускаться за птичкой. Кто-то тебя бьет. Нет, меня никто. Я попал в секрет, слушай. Это хорошо. Только он был открыт, как будто ты мне его открыл. Слышишь, тут план, короче, захвата земли. Ёшкин кот. Они хотят напасть на Россию. Прикинь. Вот где-то справа от Украины как раз. Какой-то значок. Слушай, какие они наивные. Да, у нас свои вежливые зеленые человечки есть. Так, если хочешь, можешь взять вот такую штукенцию, которая у меня в руках. Так, стоп. Не спрашивай, как вот это открывается. Да, я был видимо, там. Видимо, на что-то надо было наступить. Ладно, пошли сюда. Давай. Это уменьшитель, да, или что это? Я забыл. Я не могу, у меня постоянно спрайт твоего ружья виден. А, я понял. Ну, короче, на нуле стоит. Понял? Слот вэпа на нуле. Ладно. Ну да, похоже, что это шринкер. Видел выстрел? Нет, это хладомет. Хладомет. По звуку это хладомет. Смотри, как хитро они сделали, да? Так, хладомет. Так, и быстренько туда. А я хладомет хотел. Это все взорвалось так круто. Люблю РПГ. Ой-ой-ой, чуть вниз упасть, я так думаю, это конец будет, да? Ну да. Ну там что-то есть, кстати. О, это я сделал? Там действительно что-то есть, и такое ощущение, что там девастатор. Внизу? Да. Ты рискнешь? Если бы у меня был... Ботиночки, да? Джетпак, нет. Если... А ботиночки еще есть, которые защищают? Ботинки, ты упадешь нахрен и... Все, и ты просто долетишь до туда, возьмешь и сдохнешь. Думаешь, там нету выхода никакого? Нету. Так, я ты будешь знаю. Ехать? А, говорить. Ботинки вон они, кстати, там и есть, еще одни вижу. Едем? Поехали. Какой что-то косой, слушай, какой-то вообще. Можешь очки взять, в принципе. О, летят. Очки надо? Ух ты, ё-мо, падлы. А, они срываются. Да. Ты еще видишь кого-то? Я не вижу. Ну да, второй вон там. У меня сейчас под это, под ногами. Сейчас сделаем хладометчиком. Что-то я его не вижу, честно скажу. Вот, вижу. Иди сюда. Бесполезно, у него, по-моему, пойди. Нет? Нет. Это эффективно? Эффективно. Как-то против железки и хладомет. Знаешь что, мне кажется, не откроется. Откроется. Откроется! Какой приятный сюрприз, слушай. Да, и меня грохнуло, падло. Я говорю, слышишь, что... подобрал твое оружие, говорю, кул. Что-то тут как-то меня жестко это дергают. 89 хп дернули с одного выстрела. Ох, сволочи, на меня как крабы прыгают. Так, тихо, отойдите. Да, я тоже не хочу, чтобы меня грохнули, у меня еще птичка в запасе на самом деле. Что такое, что меня кто-то грызет, я ничего не вижу, прикинь. Может, так. Ты стоишь на чем-то электрическом? Может быть. Тут что-то двери прикольно открываются. С каким-то шлепкающим звуком. Так, скажи мне, как инвентарь использовать? Я совсем забыл. А, по-моему, скобки — это переключение. И Enter, по-моему, использовать. Да, ты прав. По-моему, стандартно. О, понял, короче. Какая-то фигня на меня в лицо прыгает. Вот они, подонки. А, это как его, слизняк, что ли? Слизняк. Или личинка, я не помню, как она правильно называется. Как в чужих, короче. Ну да. Из них слизь какая-то гадкая. А, вон они откуда, тут куча личинок. Так ты должен был их взорвать этим. Вот теперь я взял шринкер. Ох ты, сволота. Так, ладно, я возвращаюсь к тебе, моя прелесть. Давай, жду. Так, ребята. А он навечно уменьшает врагов? Не помнишь, черт подери? Нет, он временный. Надо раздавить их, еще одного раздавить. Всех давим, все здорово. А таблетки что-то... Ух ты, что, еще взрывы повсюду. Господи, у меня тут такой экшен творится на самом деле. Да, вот если по-нормальному рассудить, если так хорошо играть, то... Так, я вижу, одна бяка прыгает тут. Ее, кстати, ногой тоже можно бить. А мне перерыв пошел на пользу, пока ни разу не умер чуть-чуть.
Да, я помираю постоянно, кстати. У меня какой-то тут межгалактический. Ну, нет, прозрачный мост у меня такой. Я вижу Землю. Мы, кстати, еще недалеко отлетели, по сути. Твою мать! Да. Куча оружия было, куча всего. Я просто упал, короче, понял. Я уже привык, кстати. В открытый космос. Я ж любопытный. Как без этого? О, как же долго идти, слушай. Это просто. Чё, ничего. Ну ничего, конечно, а чё, ничего. Ты уже вернулся там, где я умер? Я нашел какую-то хрень. А, это патроны для шринкера. Девку привязаны. Нет, девку я не видел. Я атомное здоровье. Она меня просит. Да, она меня просит ее убить, я вот не знаю, стоит ли ее убивать. Ну, это милосердие. Ты прикинь, как она страдает вообще, как ей плохо. Интересно, если ее из шринкера, интересно. Ей сразу станет лучше, это точно. О. Хряб, все. Уменьшилось. Слушай, тут кто-то летает. Я тень вижу. Или мне кажется. Это осьминожка. А что ты ее не убил? А потому что я раздавил, она появилась. Это ой, типа. Господи, я в тебя стреляю. Это типа такая кара за то, что. Кстати, не видно, как ты ее давишь. Ну это в принципе ладно, это игра старенькая. Так, я уже забыл. Ну, когда ты убиваешь какую-нибудь девку, которая просит тебя убить, тебя за это штраф такой накладывает. Ну да, помню. Такой, черт, это очень плохо. Надо как-то аккуратно открывать их. Стрелять. Надо было вот тут их взорвать. Вот куда ты стрелял? Я в них стрелял. Так, у меня уже опять это. Ты случайно не в меня стреляешь, а ну-ка... А, я Friendly Fire отключил. Ну-ка, выстрели. Да. Просто не судьба. Ну, все равно проходим потихоньку, это главное. Так, я вижу тень. Иди сюда, подонок. А! Причем она тут не одна. Ох, ты посмотри, что они тут делают вообще, чего забыли, ребят? А, это такая ловушка. Если бы у меня была мина, я бы ее поставил. Теперь опять сначала. Да. Тебя убили? Да я уже привык, это. Не спрашивай, где я. Я тебя догоню как-нибудь. Главное нам секрет никакой не пропустить. Вот это самое главное, мне кажется. Секретный уровень? Да. Секретный уровень я помню. Я как сразу концовку вижу, я тебе скажу. По-моему, это я и говорю, то ли в следующем, то ли через следующем. Вот это вот место я видел на камере. Слушай, как здесь лава просто... Блин, тут буря настоящий, шторм в лаве. И по центру лавы находится, короче, какой-то раздвоенный ракетница. Это девастатор. Девастатор, ну, наверное, туда нельзя идти мне. Я тебе про это и говорил. Опа! Я немножко попал. Точнее, наверное, они попали. Вы попали, ребят, вы слышали? Вы попали, сказал, сволочи. А ты что там перестрелка с этими, которые сак, да и кричат? Не знаю, что они там кричат. Тут я кричу в основном. Чья через на самом деле? Я сейчас. А что ж такое, слышишь? Я не знаю, мне они на самом деле не так и много повреждений наносят. Так у меня они раз попали минус 30, раз попали минус 50. А мне по 5-10 снимают. Наверное, что-то не то. Может, у меня хардовый режим какой-то стоит специально для меня? Отдельно? Да. Или для меня слишком упрощенный? А может, игра, знаешь, как в Left 4 Dead под тебя подстраивается? Да, смотришь, что вы полгода не играли в нее, да? Да. Так, походу снова нужно стрелять в какую-то кнопку. О, тут какие-то штучки прикольные. А, вот кнопка. Кстати, лифт, по-моему, раздавить это тоже может. Может? Если в Думе не... Так. Если в Думе там, по-моему, такого я не помню, чтоб тебя давило, то тут... А, девастатор, точно. Это девастатор. Так, я попал в очень опасное место, наверное, мне тут край. Как бы пока что еще не знаю. На самом деле они сами падают в лаву, и может все не так и критично. Ой, ты тут уже? Какой ты шустрый, слушай. Теперь вопрос... Ну давай, падай, чувак. Они тут сгорают или нет? А без понятия, по идее нет. Я или... что-то не вижу, куда стрелять, чтобы эта платформа отдвинулась. Кстати, вон там, не пойму, может быть джетпак даже. Может, блин...
Слушай, может... кажется, что там секретов много в этой лаве. Вспомни, как в Думе было. Ну, факт, что действительно... А, вон джетпак, кстати, вот он. Но это ближе к концу, когда нас будут убивать. Ты уверен? Да, тихо. Это кто сделал? Это сделал дрон, самоубийца. Сволочь, точно и самоубийца. Это дрон сделал. Андрей, да? Где? Куда стрелять? Вот она, кнопочка, аж в центре тебя, значок такой с лапкой. Точно. Че ж ты прикосой, слушай? Блин, че ж я бы сейчас... Становись. Есть? Поехали. Отлично. Хоть... Лифт ушел без меня. Че-то какая-то у меня сегодня невезучая серия. Стой, а вот теперь... Отходи. По-моему, там какая-то хрень. Или мне кажется, или... Мы ее должны взорвать. Уходи. Я ее взорвал уже. Уходи. Уходим. Все, нафиг, я ухожу. И саки появились эти. Я забыл, как они правильно называются. Сейчас будем лупить. А, сакет даун, да. Точно. Я их увидел. Вот они. Это, пожи, они были? Я реально вообще забыл, что было, а что не было. Вроде были. И девастатор у нас был. Мы вообще все оружие уже видели, да? Да, холодомет и это... Шринкер. Вот. Лифт. Патрончики. Окей. Вот эта штука мне пригодится. Блин, сколько тут патронов и сейчас. И у меня, как всегда, 57% здоровья сидишь. Ты куда вообще ушел? Ты ни патронов, ни черта не подобрал. Я наверх поехал. Зачем? Патроны собирай. Так у меня есть. У меня покатит пока что. Более-менее. Я что-то платформы не вижу, вот что печально. Тут, короче, голова. Голова на меня смотрит. Слушай, ты очень много всего тут пропустил. Ладно. Все, можешь не возвращаться, потому что я уже все подобрал, меня опять убьют, и все это пропадет. А я подбираю, я как стервятник. Так, все, а когда меня убьют, что лучше, чтобы тебе досталось? Ты завещание хочешь написать? Ну, так кто опять стреляет? Прощальный подарок, это я вообще-то опустил лифт. Вот, привет. Теперь... А я вот, вот теперь думаю, что будет у нас самоубийца. Сколько у тебя хп? 100. 100, тогда прыгаешь, с разбега прыгаешь туда-вперед. Вот, обрати внимание вниз, видишь джетпак? Да. И там два здоровья. Прыгаешь туда. Все, и на джетпаке поднимаешься туда, открываешь дверь. А что делать мне, я не знаю. Серьезно? Потому что я сейчас грохнусь, и я наверняка не выживаю просто. А как джетпаком пользоваться, я забыл уже. Переключаешься так же... Ну, это понятно, Enter, это понятно. С кнопками переключайся. А, тут даже J-буква может быть задействована. Ах ты, заразы! Короче... Ты понял. И что теперь мне делать? 25%. Ну, хорошо, я... а как же игрок проходит, когда у него реально мало там хп? Никак? Я вот честно не знаю, вот теперь как. Короче, советую тебе разбиться, не скучно нам будет идти обратно. Тут двери такие звуки издают, как будто враг. Где-то. Ё-моё, как же я отвык от Дюка. Пацаны, ребята. Это реально нечто. Слушай, а я действительно не понимаю, как тогда сделать так, чтобы мы прошли сейчас концовку по-нормальному. А там джетпак не остался? Ещё? Нет. Нет? Тебя грохнули, все. Любопытно, на самом деле. Может, он еще где-то должен быть? Как же здесь много, слушай, дверей всяких этих переключателей. Очень долго здесь идти от начала и до конца уровня. У меня еще дрон какой-то нашел, прикинь. Ну, это ж он так стандартно. Реально очень долго. Может себе этот Rocket Jump Devastator сейчас взять под себя. Тем более, что-то я не помню больше таких нормальных секреток. Ну да. Мне кажется, все секретки должны быть где-то возле лавы. Не может такого быть?
Я сейчас попробую, конечно, туда вниз спуститься. А ты вообще где, скажи мне? Я сейчас спускаюсь. О, аптечка, отлично. Аптечка, это, конечно, все хорошо. Я попытаюсь сейчас добраться до самой нижней точки и оттуда что-нибудь сделать, спрыгнуть, допустим. Блин, как меня убить могли, слушай? Вообще-то теперь думаю, стоило ли, может быть, стоило включить спаун предметов, а вообще я просто не знаю, считается ли это читерством или нет. То есть у игрока один шанс, грубо говоря, чтобы пройти этот уровень, иначе начинать заново. Я вот просто помню, вот тут вот где-то еще есть две этих. Ну вот как ты, интересно, попал в тот секрет? Кто, я? Да. Там, где дверь открывалась сама по себе. Так. Мне просто вот интересно, как попасть туда. Да. Пайп-бомбы. А толку с них? Надо было действительно спаун предметов включить. А ты уверен, что туда только на джетпаке? Может, мы не знаем чего-то? Хотя вроде все правильно. Я сомневаюсь, что может быть на стероидах пробежать в прыжке, но на стероидах нету. У меня были стероиды когда-то. Когда трава была зеленее. Инопланетян было меньше. Да, можно выстрелить. Да, походу, никуда реально. Ну, такой вот неудачный игрок, но нет у него джетпака. Слышишь, мне кажется, какой-то мост может действительно... Какая-то кнопка может где-то есть, не? Черт его знает, просто черт его знает, короче. Так, все, подожди, я спустился до нижней точки. Вижу трех дронов, козлов. Кажется, есть шанс. И чтобы не сглазить... Тварь, а где они в самом верху? Я тебя вижу. Ты меня видишь? Серьезно? Как вот этих вот падал выцепить мне? Они внизу где-то? Ну или мне кажется, но я вижу три тени чьи-то. Понятно. Я думал, может, я выживу еще. А я не выжил, прикинь. Так, а я выжил. И сейчас летаю на джетпаке. Возьму ботиночки. А где ты взял джетпак? И тут падало гуляет. Ты нашел еще какой-то джетпак запасной? Да. Вон внизу. Тут еще на второго игрока есть. Обалдеть. Кажется, тут еще и третий джетпак. Короче, специально для таких неудачников, как мы. Причем на каждом углу джетпак, кстати. Где ты вообще носишь тебя? Ты в секретку какую-то попал? Я внизу прыгаю по лаве. По лаве прямо? Да. Прикольно. Может, я тут еще что-то найду. Ты говорил, что они не могут тебя раздавить. Я говорю, в доме не могут раздавить. Ясно. Ясно. Все понятно. Так, ну хорошо, можно, в принципе, попасть в лаву. Ну, вопрос, у меня опять 18 хп осталось. Что теперь делать-то? Думаешь, что они хватит? Так, как бы у меня джетпак не закончился, я не грохнулся. Так, один джетпак я вижу. А я слышу. Плаваешь? Да. Нет, ты не плаваешь. Сапоги, кстати, я вижу. Ну, я тебе их оставил. Ага, вот так вот. Так, и что, просто лететь сейчас идем, куда-то взлетаем? Взлетаешь вот куда ты, где тебя грохнули, вот сюда. Можешь прямо сюда взлететь. Что-то ни хрена не вижу, на самом деле. Можно вот сюда вообще. А меня заметили, а тут еще одни эти сакеры всякие. Я думаю, короче, мне будет безопасней просто пройтись аккуратненько. Так, я вообще не туда иду, да, по-моему? Скорее всего, да. Сейчас буду, блин, не люблю я сейчас из-за углов находить всякую хрень. Что-то не то? Похоже, да. Да опять они в ту сторону идут, господи! Шутер это явно не мое. Нет, твое. Тебе надо просто полегче найти игру. Куда полегче? Где врагов не будет? Где я буду бессмертен? Давай быстрее уже. See you in hell? Это ты кому?
Я вообще-то никому. Мне сказали, что ты увидишься в аду с кем-то. Нет. Доложили. У меня только, сука, сакидаун и все. Сакидаун. Значит, это я с кем-то в аду увижусь. Ну да. Ну, Дюк Нукем сам по себе парень оптимистичный. Смотри вообще, какие, да, брутальные герои. Они сразу готовы, сами осознают, что тоже в ад попадут. Вроде благородные цели, да? О, у меня кнопочка на выход, все. Да, погоди, секундочку, я хочу просто тоже туда. Я уже дошел почти. Так, вот, подожди. Ой, и как главное, чтобы это все не просрать, да? О, я дрона вижу, который за тобой летает. Да. Так, а как тут открывается? Ничего не открывается, походу. Он, кстати, за тобой, по-моему, постоянно теперь следует. Я хрен с ним. А я вообще не туда полетел. Вот тут надо было взлетать, да. Вот ты где? Да мог бы и снизу взлететь, наверное. Да, мог бы и снизу. А, ну по сути... Блин! Из-за этих тварей, которые меня убили, тут же уже финиш был. Да. Так, ты представь, сколько времени надо было угрохать на это. Это из этих тварей, они меня убили. Я же рядышком уже был. Ладно, да. Черт с вами, короче. Жми. А у меня еще такую штучку. Так, ну что ж, серия получилась, наверное, большая. Долинная, да. Да, фейлов много, но опять же. Из-за того, что сколько давно не играли. Да, 4, наверное, месяца где-то. 3-4 месяца. Но в дальнейшем, по крайней мере, ну, все равно получается что-то. Мы скорее не спасаем наших девушек, а убиваем, судя по сегодняшней серии. Ну, может быть, это и есть секрет спасения. Да, возможно, да, для жертвы тоже какие-то в любой войне есть. Все равно там они инопланетянчиков родят, которые будут нас стараться убить. От них толку нет. Да, от них толку нет, лучше мы их убьем, чем жертву в себя принесем. Мы что-то еще на что-то способны. Так, ну все тогда. Давай, нажимаем. Жми. Автодестракт, ну это, конечно, круто. Новый уровень называется оккупированная территория. Мы, наверное, на этом остановимся. Снова эти лампочки, боже мой. Это место мне просто в депрессию угоняет. Представь, как земля далеко. Может, где-то там наша семья. Где, подожди, в Америке? Или? Причем южная, да? Не, вон и северная. Северная где-то, северная. Да. Там ураганы какие-то стри. Или что это? Циклоны, тайфуны. Надо бы узнать, может быть, Дюк Нукем какой-нибудь выращенный специальный клон. Кстати, не исключено. И представь, потом он это в конце узнает, за собой кончает. Когда уже победа вроде бы. Не, ну как же, извини, сколько там, 12 либо 10 лет делали сиквел. Он же, по-моему, там говорил fucking 10 years, там что-то, или 12 years, что-то он там. Я вот не помню, надо бы это все-таки поиграть в тот Дюк Нукем, который последний выпустили. Да, да, да. Но там, правда, неизвестно, есть ли там кооператив вообще. Там, наверное, все-таки на синглплеер, наверное, будет рассчитано. А так, среди мультиплеера, может, как всегда, дефматч какой-нибудь. Ну да. А если одиночную другую игру, то мы, может, параллельно будем проходить. Кто его знает. Посмотрим. В смысле параллельно? Ну, ты у себя, я у себя. Поодиночке. А смысл? Я бы, допустим, не стал бы на своем канале проходить. Потому что видосов на него там... Ну, это понятно, это все понятно. Знаешь, это как тебе говорят. Найди какой-нибудь, слышишь, хак на 3DO, короче, где бы Duke Nukem Forever был. Есть Duke Nukem на Сатурне. Вот ну. Там музыка как раз... Она, знаешь, кстати, вот что вот заметил на 3DO. Ну, это опять же, это уже не совсем тема Duke Nukem, а там почему-то музыку делают вот именно... как бы старая, но ремиксы делают на нее потрясающие просто. Вот тот же самый Doom, когда сделали. То есть музыка как бы из компьютерной версии сделана, но она не медишна, она там сделана. Ну, аранжировки какие-то, да, там. Да, аранжировки хорошие. То же самое, кстати, и с Дюк Нукемом сделано. Музыка была взята не та, что на PlayStation, допустим, а была взята вот именно компьютерная, но с компьютерной версией. И вот сделаны какие-то вот такие вот интересные, классные аранжировки. Это клево, действительно. Но давайте уже обо всем пообщаемся в следующей серии, пока мы вот снова стоим. Очки не запыленные такие прям. А что так? Солнца очень много. Что ему очки нужны? Космос слишком светло, нам на солнце вон глаза, видишь, режет. Там. Не могу, уберите свет. Так, все-таки мы сейчас не на Луне бродим, мы все-таки бродим по кораблю. По кораблю? Да, конечно. Только теперь это оккупированная территория. Ну, не знаю, уровень так называется.
Разберемся. Скорее всего, это наш корабль, наверное, раз оккупировал. Да, да. Ну, посмотри, хотя тут лампы вот такие вот инопланетные. Ладно, давай подумаем обо всем уже в следующей серии. На этом мы закончим. И так получилось достаточно длинно. С почином, друзья. С почином, Алексей. С почином. Оставайтесь на линии, друзья. Нас ждет еще много интересного. Всем до скорого, всем пока.